Культура фронту. И речь не про выездной концерт для бойцов на передовой или в больничных палатах, а про поездку на Белгородчину, которую уже в 9-й раз организовала областная профсоюзная организация работников культуры. Две машины с посылками были собраны не только ими, но всеми областными отраслевыми профсоюзами. К их акции присоединились жители Троснянского района, укомплектовавшие еще одну машину со всем необходимым. Приурочена очередная поездка ко Дню защитника Отечества. Адресат – военные в госпитале и на передовой. Для госпиталя подготовлено 450 индивидуальных пакетов с гостинцами, и каждый раненый получит по такому пакету. Другой груз – это продукты, теплые вещи, влажные салфетки, рации, генератор, инструменты и две коробки с блиндажными свечами для педитка. Посмотрели ролик по изготовлению окопных свечей. Решили попробовать сделать сами. Нашли обыкновенные банки, которые нам отдало кафе «Фреш». Нарезали картон, зарядили, расплавили парафин, залили. Попробовали. Свечка горит больше 6 часов. То есть бойцам, я думаю, пригодится. Либо согреть тушенку, либо погреть руки, ну, либо для освещения.